То есть видно, что здесь так, да. Попробуем теперь вот эту каретку перенести на вот эту рельсу. Где у нас каретки бегают легко. Просто ради интереса попробуем. И посмотрим, что будет. То есть с кареткой у нас все нормально получается. Проблема в рельсине. Хорошо. Перенесем обратно. Как бы снова видно, что ничего подобного. Померяем размеры рельс. Вот померяем внутренний размер. Вот 1,2 видно, я думаю. Хорошо, теперь вот здесь померяем. Тоже думаю, видно 1,2. Хотя нет. 1,3. Даже 1,4. Давайте померим четыре. Ширина у нас вышла. Теперь вот здесь. Два и четыре тоже. Теперь самое интересное. Ширина самой рельсы. Какая у нас тут? Пятнашечка. Ровненькая. Да, ровно пятнашка. Теперь тут какая у нас толщина? И тут пятнашка.
Так как размеры были одинаковыми, я предполагаю, что, скорее всего, дело вот в этих канавках, по которым бегают шарики. Я решил их расточить алмазным надфилем. Из набора, который продается, я так думаю, много где. Там есть такой небольшой треугольный надфиль, но он нам не нужен. Есть еще такой большой треугольный надфиль с углом примерно в 45 градусов. Примерно 45 градусов. Протачиваю я примерно вот так вот. Без фанатизма, конечно. Хоть стали каленые. Стараюсь это делать равномерно. Ну а дальше уже смотрю по ходу движения каретки, где она застревает, там протачиваю больше, конечно. Так, ну и собственно, вот результат после проточки.